Да-да. Доброе утро, Василий Петрович. Доброе утро, Павла Рудольфовна. Снова пришли пораньше. Да, вот видите, нечего заняться, поливают цветочки. Я рано сегодня пришел, еще до рассвета, чтобы бастующие меня не увидели. А я шла уже по светлым, и бастующих там не видела. Это почему? Потому что их там нет. Как нет? Вась, ты еще здесь? Я думал, ты чукнул из страны уже. Куда? А хоть куда? У тебя дипломатический паспорт. Слушай, ну ты тоже не драматизируй. Чего ты такой спокойный? Я не понимаю. Надо Скорику звонить, надо армию поднимать, надо что-то делать, надо объявлять военное положение, или как оно называется. Ты в своем уме или нет? У нас есть ракеты. У нас есть ракеты, давай просто жахнем и все. Какие ракеты? По людям жахнем? По протестантам или каким что? По протестантам? По метеориту. По какому метеориту? Что происходит? Я ничего не понимаю. Сразу дуплись. Ты вообще не в курсе, что ли? Нет, я вообще не в курсе. А что случилось? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. Почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Как вы вообще додумались до этого метеорита, а? Откуда он взялся? Оттуда. Откуда? Куда? Сюда. Юрий Иванович, вы что, издеваетесь? Я думал, вы адекватные люди. Будут дельные, нормальные предложения. Василий Петрович, я не понимаю, чем вы недовольны? Вы хотели, чтобы люди разошлись? Люди разошлись. Юрий Иванович, ну не любыми же средствами. Вы еще этот народ разогнали из Бронсбойда. А я предлагал. Что? Можно было бы газом. Вы что, издеваетесь все? Василий Петрович, метеорит, нормальное стихийное бедствие, саранча, наводнение. Вспомните Библию. Всегда работало. А я тоже был против этого метеорита. Я предлагал. Вспомните, как венок сработал. Бац! И все. Потратились только на леску, а разговоров было целый год. Вы о чем сейчас все говорите? Вы же взрослые люди. У вас нормальные предложения были? Да, я предлагал эпидемии. Птичий грипп. Тоже мне Америку открыл. А я предлагал поднять вопрос второго языка. Тихо. Не надо доходить до крайности. Василий Петрович, вопрос второго языка – это моментальная федерализация. Будет так, как у них с Сахалином в прошлом году. Провели референдум, отделились и никому не нужны. Ни своим, ни Японии. Я думаю, что метеорит, Василий Петрович, это идеальный вариант. Белла Рудольфовна, президент у себя? На встрече с Кабмином. Понятно. Будете за мной. Хорошо. Оксана, ты что здесь делаешь? Я тебя по всему министерству ищу. У нас встреча с британцами. Я ее отменила. Почему? Потому что вы не пришли. Слушай, хорош. Тебя спрашивают, что ты здесь делаешь. Я пришла поговорить с президентом о вашем поведении. А, так ты стучать на меня пришла? Может, ты сначала со мной поговоришь? А это бесполезно. С вами что говори, что не говори. Я прошу прощения. Может быть, вы выясняете отношения будете в другом месте? Ну-ка, пойдем. Я все понял. Значит так, послушайте меня внимательно, уважаемые коллеги.
астрологи, и вы, Юрий Иванович. Метеорит закончили с этой темой, понятно? Чтобы я к концу вечера сегодня же ничего не сложил. Ни в газетах, по телевизору, в интернете. Метеорит отменить, понятно? Нет метеорита, этой идеи не было. Вы меня простите, но он летит. Куда он летит? Сюда летит. Значит так, пусть летит к тебе обратно, домой, на базу твой метеорит. И куда-нибудь вокруг Земли, только не в Украину. Хоть в Кремль пусть летит. А я предлагал. Что? Да это... Образное выражение, вы понимаете или нет? Не будет метеорита, народ выйдет на Майдан. Конечно, выйдет. Не выйдет, успокойтесь. Вы молчите. Одну секунду. Никуда народ не выйдет. Я все придумал. Во-первых, отменить налогообложение бюджетников. Потому что это какой-то бред. Сами подумайте, как можно взимать налоги с тех людей, кому мы платим зарплату из этих же налогов. Глупость какая-то. Несусветная. И второе. Ввести налог на роскошь. Да. Чтобы богатые платили за бедных. Вот и все. Вопросы есть? Вопросов нет. Большой привет. Вы ходячее недоразумение. Я вожусь с вами, как с ребенком. Я терплю вашу неорганизованность, вашу расхлябанность. Я думаю, что вы изменитесь. А вы снова приходите на работу, как на дискотеку. А знаете почему? Да потому что вам наплевать. Вам наплевать на свою репутацию, на репутацию страны. Вы просто раздолбай. И вы ничего не можете, кроме как рассказывать несмешные анекдоты и бегать за юбками. Все, я закончила. Значит, раздолбай. Раздолбай. С несмешными анекдотами. Мы договорились без обид. Без обид. Стоп. Теперь можно я скажу? Василий Петрович, да. Туда нельзя, там занято. Где в моем кабинете? Министр Мухин выясняет отношения со своей помощницей. И кто кого? Я не подслушиваю. Пока ничего. Хорошо, я тогда пойду попью кофе. Да я не знаю, что такое модус проседенди, но я решаю дела страны, как могу. Пусть иногда не по протоколу. А ты надела маску деловой мегеры и ходишь зашоренная и скукоженная. Тебе сколько лет, 35? 27. Молодая девка, фигура, ноги, то, сё. Всё при тебе. А в чем ты ходишь? У меня в таком платье прабабку хранит. Нужно поменяться немножко, прическу сделать. Губы хотя бы иногда накрасить. Тогда, может, и мужика нормально найдешь, и к жизни будешь проще относиться. И не будешь выносить мозг, когда надо и когда не надо. Все. Без обид. Без обид. Так что там с британцами? Я перенесла встречу на вечер. Ну что, подсчитаем наших цыплят, господа. В стране нестабильно. Народ стал жить хуже. Рейтинг Лобородько снова падает. Чек. 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 Скрываемся. Full house. Каре. Стрит флэш. Флэш-рояль, господа. В последнее время мне определенно везет. Голобородько клюнул, как мальчишка. И это, заметьте, мы еще не спали. Так что, я думаю, неделя, максимум две, и у вас будет ручной президент. Good evening, Secretary of State for Foreign Affairs. А вы, я смотрю, одна. Я, к сожалению, тоже один. Моя помощница, как всегда, опаздывает. Сергей Викторович, вы издеваетесь? Оксана, ты что ли? Что сильно изменилось? Да нет, просто... Я просто прислушиваюсь к мнению начальства. Вам не нравится? Почему? Наоборот. Просто грудь. Что грудь? Есть. Вы издеваетесь? Не, это хорошо, что она есть. Сергей Викторович, сосредоточьтесь.
Через несколько минут прибудет делегация. Вы напомните мне, пожалуйста, с кем мы встречаемся? Британцы. Британцы. Так, ну вы настраивайтесь, я пойду встречу гостей. Сергей Викторович. А, да? Аперитивчик себе какой-нибудь закажите. Хорошо. Holy shit. Во многом нашей стране повезло. Например, с географическим положением. Через территорию Украины проходит 4 из 10 европейских транспортных коридоров. Из Киева в любой европейский город грузовик может доехать за 2 суток. Но у нас есть проблема с таможней. Таможня, как обычно, сложность оформления грузов, отпугивает перевозчиков. Именно так. Также в нашей стране есть 10 крупных морских портов. Самый крупный из них – Одесский порт. Ежедневно в Одесский порт входят и выходят. Что? Простите? Входят и выходят? Сюда. Куда? Сюда входят и выходят. Что еще может входить? А, ну да. Пропускная способность Одесского порта – это 21 миллион тонн сухих и 25 миллионов тонн наливных грузов в год. Повезло нам и с климатом. Жаркий, но умеренный климат. Мягкие зимы. Но высокая влажность способствует развитию виноделия. 33% мировых запасов чернозема позволяют нашей стране занимать первое место по производству и экспорту подсолнечного масла, лидировать в производстве молочных продуктов и занимать второе место по экспорту пшеницы. Не обделила нас природа также и в энергетическом смысле. При территории, равной 0,4% от мировой, запасы недр в Украине составляют 5% мировых. Также в Украине 3% мировых запасов каменного угля. А нефть? 1,7 миллиардов тонн. А также 6 миллиардов кубометров газа. Правда, они находятся очень глубоко. Как глубоко? Ну, очень глубоко. Понимаю вас. Это хорошо, что вы все понимаете. Василий Петрович. Василий Петрович, вы меня слышите? Анечка. Простите, Белла Рудольфовна. Василий Петрович, вас ждут. У вас встреча с представителями НБУ. Да, спасибо большое. Да, действительно. Я совсем забыл. Прервемся, продолжим позже. Вы не против? Конечно. Благодарю вас. Василий Петрович. Да? Мы обязательно продолжим. Хорошо. Спасибо. Ты чай налил? Налил. На орлы, а? Слушай, мать. Опровержение. Метеорит Люцифер столкнулся с космическим мусором, после чего изменит направление и упадет где-то в акватории Тихого океана. Так, как сказал президент Голобородько, ну это неинтересно. Вот видишь, мать, а ты в обморок падала. Конец света отменяется. Господи! Ну если так, может быть, ты наконец прикрутишь эту чертову дверцу? Прикручу завтра. Петя. Что, Петя, мне на работу пора. А мог бы выходной устроить, по дому помочь. Дверцу прикрутить. А нет, надо идти зарабатывать на коммуналку. Спасибо сыну твоему. Это, между прочим, и твой сын. Это еще доказать надо. Мы понимаем, что этот закон спровоцирует отток крупного капитала с валютных рынков страны, что, в свою очередь, как вы понимаете, повлечет за собой рост инфляции до 10%. Извините.
Поэтому мы со своей стороны просим ветировать этот закон, иначе у нас будут очень большие проблемы. Да, большие. Да, большие. То есть мы можем рассчитывать на вето, я правильно понимаю? Василий Петрович, да. Мы можем рассчитывать на вето? Мы можем рассчитывать на вето. Почему прекрасно. Бы нам не рассчитывать? Еще один вопрос. Мы предлагали вам два варианта по стабилизации курса. Вам удалось ознакомиться с ними? Ну, конечно. Хорошо. И какой вариант утверждаем? Какой лучше? Господин президент. А, Василий Петрович, два варианта. Какой из вариантов лучше? А какой лучше? Белый, мне кажется. Белый? Да, что белый? Слушайте, в связи с чего я должен выбирать? Два варианта выбирайте сами. Василий Петрович, извините, что прерываю снова. Вас ждут представители профсоюзов. Оба? Все. А все? А, господин президент, я прошу прощения, буквально минуту по личному вопросу. Да. Колоброчка, я понимаю, что сейчас где-то в другой галактике. Пожалуйста, спуститесь на Землю ненадолго. Вася, я хочу отправить Диму в Польшу на экскурсию. Сейчас собираю документы. Нужно твое согласие. Я согласен. И ксерокопия паспорта. Принеси мне, пожалуйста. Хорошо, я принесу ксерокопию. Только обязательно. Колобарочка, я на следующей неделе уже иду в посольство. На следующей неделе. Люди ждут уже около часа. Ольга Юрьевна. Василий Петрович, я прошу вас, не забудьте, как обычно. Я принесу. Все, да. Все, Оленька, давай, я побежал. Ой, давайте. Ну как? Не, извините. Ничего? Один, один. А, ваша разработка стратегии. Да. Один, один. Не сильно? Нет. Ну, ничья. Может быть, холодненькое что-то приложить? Ну... Пиво, окорочок? Нет, есть только замороженная щита Фиртыша. Смешно. Ну, хорошо. До вечера? Да, до вечера. Хорошо. А... Я к лифту. А, да? Да. И я к лифту. К ним вместе к лифту. Давайте вместе. Да. Анна Михайловна. Да. А, да. Анна Михайловна, да. Если вас интересует мое мнение... Да, конечно. Говорите. Белый. Что белый? Белый цвет, белый цвет. Белый, я сказал, да, сказал, белый цвет. Я, ну, мне показалось, что белый вам больше идет. Не понимаю вас, простите, что это вы не понимаете? Нет. Меня? Я тоже не понимаю, ну, от вас там белый компьютерес пришел ко мне. Я вам прислала по телефону, да. Да неудобно как-то вышло. Это мне неудобно, очень неудобно сейчас. Господи, я это случайно получилось. Просто я своей подруге слала фотографии. Извините, пожалуйста, очень неудобно. Ничего неудобно. Так бы не случалось. Вам очень, кстати, где этот лифт? Очень не идет. Спасибо большое. Вы меня сейчас вгоняете в краску. Спасибо вам, спасибо. Порадовали. То есть мне... Спасибо за комплимент. Вы же не одни там. Вот. Как совпало. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините. Нельзя же так долго в лифте. Давайте поедем. Поехали. Третий, вам тоже. Я надеюсь, вы стерли фотографии? Нет, конечно. А, да, я стер тут же, сразу. Я знала, что вы порядочный человек. Ух, я подниму. Извините, пожалуйста. Я такая неуклюжая сегодня. У нас с вами история с папой. Спасибо большое. Пожалуйста, вы остановились? Кажется, мы не едем. Это логично. Мы стоим, значит, не едем. Не волнуйся. У меня в доме часто застрял лифт, я вообще не волнуюсь. Один раз застрял, меня достали через сутки. А вот это вы зря сказали, потому что у меня может начаться клаустрофобия. Клаустрофобия? У меня нечем дышать. Ну, успокойтесь сейчас. Алло! Лифтер! Алло, лифтер! Вы можете немножко дышать потише? Я не слышу лифтера. Лифтер! Как слышно? Алло, мы застряли. Никто не слышит нас. Да, вот давайте пойдем. Может быть, чем-то помочь? Мне нечем дышать. Сердце из груди выпрыгивает. Вот, послушайте, вот, да. Слышите? О, я слышу. Да, честно говоря. Да, сейчас хорошего размера сердце. Но мне кажется, что сердце с другой стороны. А, с другой? Да. Тогда попробуйте сразу с другой стороны. Ой, тут, ух ты, наверное, ну, слышнее, да? Да, у вас два сердца. Я имею в виду две вещи такие у вас добрые, открытые.
заботливое сердце. Сердца. Вы знаете что? Вы можете расстегнуть. Уже пора. Уже пора. Я не могу сейчас расстегнуть, я же держу сердце. Отпустите сердце и растяните. Не хочется отпускать. Да, ну ладно. Да не себя, а себя. Простите, дай вам расстегнуть здесь. Да. Да, расстегивайте. Давай. Что, все-таки выбрали белый? Да. Вам идет. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Можно себя течить, в общем, да. Что? Может, поможете? Помогу. Поможете, да, помогу. Да, не так на меня. Простите. Перемотай. Давай, дыши. Подышите. Давайте, может быть, вот так. Вот так, и хорошо? Легче? Нет. А, что? Что еще? Отвлеките меня чем-нибудь. Меня бы сейчас кто-нибудь отвлекнет. Скажите мне что-нибудь. Что могу рассказать? Я могу рассказать. Я просто не анатомию изучал, а историю. Я вряд ли тут помогу. А, и по истории, да? История Византии, древние времена, Египет. А все вместе, знаете, два полушария все время воевали. Это какой-то кошмар. Молчите. Посмотрите на меня. Вот так мне уже гораздо лучше. У вас такие глаза. Они просто бездонные. Я в них сейчас, кажется, утону. Давайте вам легче, если вы утонете. Василий Петрович, вы там? С вами все в порядке? Василий Петрович, вы меня слышите? Да, Белла Рудольфовна. Сейчас мы вас вытащим. Буквально минута. Мать, у тебя талант звонить не вовремя. Говори быстро. Петь, ты не знаешь, где Васенькин паспорт? Ищу и не могу найти. И не найдешь. Он у меня. А чего он у тебя? Субсидию оформляю. Твое ж чудо-чадо коммуналку подняло. А что случилось? Ничего, ну просто надо отвезти Васеньке паспорт. Ага, сейчас разбежался. Ну, Петь. Ящик водки, я подумаю. Ну какой ты все-таки человек. Вот такой я. Вредный, злопамятный. Этому врагу народу ничего нести не собираюсь. Хочешь, сама неси? Я не успеваю, мне на дежурство. О! А могла бы быть на пенсии, если бы кое-кто не лишил тебя права на заслуженную отдых. Все, мне некогда. Пару минут. Здрасте. Здрасте. Прекрасная незнакомка, бутылка вина. Вечер перестает быть томным. А это Анна Михайловна, мой советник по общим вопросам. Да, вы... Принесла вино. Вы мне просто сказали, чтобы я изучила виноделие Закарпатья. Это лучший кандидат на экспорт. А да, я вспомнил сейчас, действительно. Я попросила... Анна Михайловна поручил это вино наше. Вино наше. Закарпатское вино. Представляете, мы что выращиваем в Закарпатье. И мы подумали с Анной Михайловной, что была бы неплохая идея, да, за счет экспорта отечественного вина. Обогатить бюджет нашей страны. Спасибо вам большое. Хорошо изучили. Не пойму просто, как открывается. А, Анна Михайловна, да. Дайте вино. Вы же шли с вином. Да. У вас сложный день. До свидания. Не скучная ночь. Не скучная вам. До свидания. Всего доброго. Вот такая бутылочка. Угу. Я... Ну, по-моему, это хороший вариант на экспорт. Да. На чем мы остановились? Я же говорил. Могут приехать чуваки из 5 стран, которые помогут нам бороться с коррупцией. Хорошо. Они могут приехать сюда хоть завтра. Не знаю. Причем здесь сколько стоит? Я смотрю, мы растем, Колобородько, да? Куда растем? Ну как куда? Советницу себе нанял, на пятерочку. Нет, ну там уверенная четверка, но молодец. О чем ты говоришь? Анна Михайловна профессиональная чья? Ну, да. А у меня сугубо деловые отношения. Да, да, так я и заметила. Ну, очень профессионально. С ее стороны, с бутылкой вина, в 11 часов вечера, а в кабинете холостого президента. Что за... Это сугубо деловые отношения. Ой, боже мой, молодец. Что ты говоришь? Что за нами? Вань, а что ты вам? Я тебе еще раз говорю. Есть 5 стран. Чуваки из этих стран могут приехать и помочь нам бороться с коррупцией. Для этого нужно 20 штук зелени. Мне нравится идея, я же тебе сказал. А что от меня? Надо, чтобы еще Ольга Юрьевна выделила 20 тысяч и все. Ну, не знаю. 20 тысяч
Задача не из легких, конечно. Тем более, что, как вы поняли, мы пока не зарабатываем на экспорте вина. Но я что-нибудь придумаю. Хорошо. Все, до завтра. Отлично. Не задерживайтесь. Пока. Пока. Ну что, по бесюзику? Давай. Поменим коррупцию, так сказать, а? Вы не против? Я заберу. Хочу понять, как мы будем отправлять на экспорт итальянское вино.